Что привело Голодомору? Я не знаю это. В 1921 году была такая голодовка тоже вроде. Вернее, до 21 года. Потому что люди жили очень бедно. Большие налоги были, все это. И люди жили бедно. Раньше люди жили лучше. Вернее, тоже были бедные. Потому что была война, это Первая мировая, в 14 году. А потом, значит, в 15-й год разруха, все, конечно, пока восстанавливается, это экономика, все было. Это, и потом из населения брали эти налоги, все. Люди жили плохо. Потом в 21-м году, 1921 году Ленин сделал, НЭП сделал, новую экономическую политику. Значит, она что разрешала? Разрешала держать все, скот, курей, там, поросят, все. Каждый имел, это, вернее, имел право, значит, и не платил, значит, за это, или мизерную плату там платил. И начали, значит, люди жить, начали хорошо жить, начали это уже такие хозяйства создавать, что несколько коров уже в него хозяина, вот он работает, работает, день и ночь работает, на кулаке спит 2-3 часа, потому и назвали кулаки, они богатые были, потому что все время работали. И вот когда, значит, это, их потом начали раскулачивать, потому что знали, что такое, такие богатые люди, с чего они взялись, они уже начали держать большое количество скота или, это, или свиней, и начали их, значит, это, забирать их хозяйство и их отправлять это, на север. Кулаки раскулачивали из-за того, что они были богаты. Ну и потом даже дальше. Бедная была страна, значит, тоже мало. Налоги были большие, даже деревья вырубали. Эти за каждое дерево платили налоги. Вот вырубали сады, там это яблони, вишни. Вырубали люди, чтобы не платить налоги большие. Ну, это привело, значит, к этому обеднению людей. Это одно дело. И второе, что Сталин, тогда Сталин был, так он продавал, тогда критическое положение у него было с ресурсом, может быть, тут. И он продавал пшеницу за границу. А украинцев он хотел вообще это уничтожить. И сделал такие голодомор. Забирали все. Такие отряды, значит, это продовольственные, которые забирали все. И искали, значит, в этом у селе, где спрятана пшеница там под землей или с такими тырками этим. И на чердаках ходили, это вот, искали и забирали все. Даже в комнате, если там фасоль есть, они фасоль все забирали. Ну, нашему дураку это только скажи, что надо это брать. Так он будет брать все подряд, и это не только. Ну, может, буряки оставались, там картошка оставалась, такое, может, не брали такое, что. Уже буряки, это такое. Ну и потом вот эта голодовка получилась такая. Хлеба не дали, и не было с чего жить. Хлеб. Кто работал на производстве, тому давали там 400 грамм хлеба,
на семью. Вот так. Для нашей семьи Голодомор. У меня был дедушка Деркач Петро. У него было 11 детей. По тем временам он не считался бедным. Почему? Потому что много работал. Работали дети, которые подросли. Работал дедушка, бабушка. У них были коровы, были кони, были свиньи, были куры. Было много земли. И такие люди уже не считались бедными, а считались уже куркулями. Что такое куркуль по тем временам? Это тот, у кого все есть, и надо у него забрать. Ну и когда пришли к ним, то забрали коров, забрали лошадей, забрали свиней, забрали самое главное, забрали все зерно. И когда ушли, то приготовить детям кушать не с чего было. Кто к ним пришел и забрал это? Ну, пришли власти, советские власти, какие я тогда считали. Кто был при власти? Вот ходили и были такие, что показывали, где кто, что кто спрятал. И все-все забирали. Забрали все. Мол, нет, в городах люди погибают, умирают, потому что нет, нечего кушать. Забирали по той причине. Но забирали, должны были оставлять это зерно, чтобы посеять потом, и чтобы был урожай на следующий. Нет, забирали все. Все до единой зерненки. Это значит, что людей бросили на вымирание. И в дедушке была дочка Ульянка, которой был годик. Спасти ее не удалось, умерла. Так как уже все были распухшие от голода, отнести ее на кладбище некому было, поэтому похоронили в собственном дворе. А был у дедушки сын, очень умный парень, учиться хотел. Александр собирался учиться. И вот так голод его, очень, очень кушать хотел. И ходить уже не мог, полз. И вот он ползком пополз в соседний огород, потому что ихние огороды были далеко, туда бы он не дополз. И вырвал 3 колоска. И его там хозяин поймал и очень побил. И он с этими колосками приполз в дом и умер. Ну и так у дедушки таким образом умерло 5 детей. И дедушка стал думать, как же спасти остальных. Маме моей в то время... Была маленькая, 7 лет было. Ее отдали одному председателю колхоза в услужение, чтобы она по дому попасла скот, там помогала по дому хозяйке. Хозяйка была добрая, она ее кормила. Таким образом мама выжила. 2 дяди были на войне, тоже выжили. Тетю отдали тоже куда-то на работу, совсем маленькой, в 5 лет тоже выжил. Все остальные дети умерли от голода. Своїми ворогами комуністи вважали українську націю і насамперед її найбільшу соціальну групу селянства. Українці становили понад 80% сільського населення. Риси національного характеру українців – це були індивідуалізм, волелюбність, схильність до демократизму. Саме українське селянство було головним носієм української національної ідеї і традицій. Український селянин-власник був виражено налаштований до соціально-економічних перетворень. Особливо несприйнятною були ідеї, несприйнятними були ідеї колективізації для українських селян, адже вони завжди тяжили до приватних форм господарювання. Українці категорично не сприймали колективізацію,
протягом 1928-1932 років в Україні відбулось близько 4 тисяч антирадянських виступів. Лише в 1930 році, за даними ОДКУ, у протестах взяв участь понад мільйон українців. Селяни масово виходили з колгоспів. За підрахунками дослідників, на початку 30-х років з колгоспів вийшло понад 41 тисяча селянських господарств. Станом на грудень 1931 року хлібозаготівельний план було виконано на 54,7%. Різні державні органи почали фіксувати випадки голодування, опухання від голоду та смерті. На кінець 1931 року замість 3,3 мільйонів дрібних селянських господарств в Україні вже була 31 тисяча колгоспів. Получилась трагедия такая наша, это и родная сестра жила через два дома в нашей улице. И у них было четыре брата, четыре сына у нее было и дочка. И они так бедно жили, что их отец пьяница был сильный, что он не приходил даже по неделе домой не являл. А четыре сына, они же были уже такие... 13-14 лет, 15, так они, значит, голодали. Ну, буквально голодали, нечего было, мотались, а что же сделать? Так она настроила их, чтобы они обокрали нас. Отец был на работе, мать куда-то ушла, они следили за этим. Это мать их, сестра, родная сестра ее, что так настроила своих детей, чтобы они обворовали нас. Пришли, меня вывели за калитку, значит, начали там разговаривать, все, отвлекали. А те двое собрали все, все вещи собрали, и постельные принадлежности все забрали в такие узлы такие повязали и отправились на станцию убегать. Мать узнала это, передала отцу, а отец за ними, значит, он такой был, да, энергичен сильно, за ними, он узнал так, куда они едут, ага, туда, в эту Понтаевку, они направлялись туда, ну, на Кавказ, примерно, на теплые края. И он на следующей станции увидел их на базаре. Они уже все променяли на коржики, на такие маленькие. И все, что с них взять? Ничего уже не возьмешь. Он тогда садится, а пассажирские поезда ходили там очень редко. Он садится на ходу, цепляется на этот... на товарный поезд, и неудачно, и попал под поезд. Попал под поезд, значит, ему отрезало руку, ногу, и голова разбитая была. И он, помирая, значит, сказал дежурную по станции, что авария. Дежурную по станции сказал, где он живет, кто он такой, чтобы передали. И вот передали матери.
мать поехала, попросила брата, у нее был брат один, родной, попросила брата, брата не отпускает с работы. Тогда люди, мало людей было таких рабочих, и дорогие были, и не отпускали никуда, чтобы они так работали. И он сорвался и поехал, значит, за ними вот это. И вот он попал под поезд, его зарезало. Он передал, приезжает мать, значит, хоронить его, похоронила. И брат еще приехал потом. Они вдвоем понесли на кладбище его там. С километра не шли. Мать, если приехала, так мне руки неделю не разжималась. Так. Похоронили, значит, вырыли там. И бабушка похоронила своего сына. Они отрыли ту могилу, значит, и под бок так подрыли, в плащ замотали и заложили, и засыпали, землей зарыли. Приехала она домой, что ж, ничего нет, Николая нет, не кушать ничего, не одеться, ничего такое. Ну, а кушать тоже ничего не было. Раньше они как-то меняли, ходили там какие-то вещи на село и меняли там то картошки, то буряка, то может, это что-нибудь. А сейчас ничего у нас не было уже. И вот мы, значит, одну неделю это живем, ничего не кушаем почти. Там она нашла где-то какие-то очистки от картошки, принесла, а голодные были. Кушать очень хотелось, конечно. Только воду понемножку пили. Принесла, значит, сварила, и вот мы покушали. Потом у нас эта птахоферма была, птахоферма, что это цыплят выращивали для курей. И которые бовски там эти загнивались, эти цыплята, они выкидали их в мусорную яму. Ну и мы туда, в эту мусорную яму ходили, брали эти гнилые болтки и жарили, и кушали. Нечего было кушать тогда. Тогда все же люди такие голодные были. Напротив нас дядя Андрей там тоже воду пил, а кушать ничего не было. Перекинулся возле калитки, и ее забрали на телегу, как все, всех проверяли дома. Заходят в дом, если живые там, живые, а если уже готовые, так не забирали на телегу и вывозили в яму. Масове знищення українців голодом розпочалося взимку 1932 року та тривало фактично до кінця 1933 року. 7 серпня 1932 року було прийнято постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення громадської соціалістичної власності. У народі цю постанову назвали законом про 5 колосків. Селяни могли отримати 10 років концентраційних таборів, бути страченими за пів кишені колосків, яких вони назбирали на полі. Дорослі та діти блукали полями, викопували гнилу городину, на смітниках збирали лушпиню, їли ховрахів та інших тварин. Люди збирали у лісах жолуді, трави, листя, у полях картопляне лушпиння. Люди пекли оладки з того з продуктів, начебто непридатних для харчування. У людей поступово зникав механізм психологічного захисту, зростало прагнення будь-якою ціною врятуватися. На початку 30-х років зросла кількість самогубств. Життя українців повністю знецінювалося. Тридцять п'ять.
Вот такая история одной моей семьи. Сказать, кто в этом виноват, очень затруднительно. Все-таки виноваты власти, которые в то время были вот в определенном месте, потому что не во всех деревнях вот так зверствовали. Были разумные люди, которые ходили. Да, немного забирали, но немного оставляли. А у нас там это село Мельники Чигиринского района, тогда еще считалось Киевской губернией. Вот забирали все, буквально все. Дедушку раскулькулили. Хоть он не был богатым, но было у него что кушать. Одеты были дети. Он занимался обрабатывал дерево, строил кадушки деревянные, строил стулья, мебель, дома. Поэтому, все имел по той причине, что работал. А в те времена, вот на мой взгляд, кто был бедным, как и сейчас, собственно, пьяницы, тогда, говорят, наркоманов не было, были, что-то такое было, то мы не знали об этом. Да и они не знали, меня-то не было. Вот так вот, кто был бедный, те дорвались до власти. А он как был бедным, он был еще и глупым, потому что не учились же. Тот, кто учился, те как-то становились профессорами, писателями. Кто тогда молодежь на Украине? Были писатели умные, кто умные. То те стали репрессировать, высылать в Сибирь, потому что они не молчали. Они соображали, что происходит в стране, и поднимали голос, им не давали говорить, поэтому их арестовывали, отправляли в Сибирь. Как правило, они оттуда не возвращались. Забирали семьи, тех, кто полнее. И при власти остались вот только такие, которые очень мучили людей, которые не считались бедными. Бедных не трогали, которые совсем бедные. Что с ним поделаешь? Со всеми хлебами. Надо было мне. Когда шла сюда, надо было. Ну, я вам сказал, что вы сказали, что все. Вы не говорите, да. Вы говорите, что польские... Что ты думаешь, дало людям силу, чтобы выжить в такое испытание, те, которые выжили? Ну, что силу дало? Терпение такое. Другого же не можешь, не может человек сделать. Только терпение. Если ее прижимают, если воронки бегают, как при Сталине было. Уничтожали людей, самых это, видных, интеллигенцию. Приезжает ночью, кто? Милиция. Открывайте. Открыли, забрали мужчину. А он имел какой-то вес, интеллигентный, грамотный был. Он боялся, Сталин, чтобы не были выше его эти умы, чтобы не были выше его. И не распространяли людям. И вот он уничтожал. Воронок приезжает ночью. Забрали одного, другого, третьего, которым уже было. Так ночью все забирали. Вывозят в лес, там уже канавы порыты. С пистолетом в голову и все. Там же, когда вырывали, так видно было, что трупы и все в голову. –
Розповсюдженими стали випадки залишення дітей біля притулків, ніч ліжок. Найчастіше підкидали дітей в мічки. Вранці, як пригадують вихователі цих будинків, приносили по 10-15 вночі дітей. На жаль, вони усі помирали. Зморених голодом людей били і катували, примушуючи віддати комуністичній державі останні продукти харчування. Бойко, який мешкав на Сумщині, у 30-му році писав, що за відмову вступати до колгоспу б'ють так, що вилітають ребра. Жінок, які не хотіли вступати до колгоспу і вже не мали хліба віддати державі, нелюдський комуністичний режим також били, принижували, квалтували, ставили печатки на лобі і обрізали волосся. Скажите, с того, что вы знаете, какой был интернациональный ответ разных стран, когда мир наконец-то узнал про Голодомор? Ну, в основном вся Европа, а еще дальше Европа, весь мир, они не верят в то, что такое было. И, ну, не верят. Им донести, что это была правда, нельзя. Не знаю, почему. Потому, может быть, что они это не пережили. Людям донести это очень трудно. До сих пор? Да. Хоть я считаю, что уже при советской власти уже можно было говорить об этом, уже можно было как-то так. Вот сейчас очень широко, глубоко в это вникли, вот как это было. А потом тогда об этом не говорили. Говорили в основном после войны о солдатах, сколько их миллионов погибло, сколько людей мирных погибло на войне. А вот о Голодоморе как-то не принято было говорить. Были такие сиденты, вот как писатели, ну, умные люди, музыканты, писатели, инженеры, которые говорили об этом, которые были умные и знали, что надо об этом говорить. В основном люди как-то. Ты считаешь, почему столько стран на данный момент не признают Голодомор как геноцид? Потому что агитация была из Советского Союза, что это, ну, да, они говорят, что в Украине было и в России было там Поволжье, а Поволжье тогда это хлеб давали. Хлеб тогда наоборот было, что там хлеба было, урожай был. А сейчас так много стран не признают, что это был геноцид до сих пор. Потому что агитация. Почему это, вот агитация как действует на этих, смотри, в России. Этот Сенцов, этот убили, другого убили, отравили. А сами агитируют, что они эти миротворцы. Вот у нас же тоже забрали Донбасс и говорят, что миротворцы. Они россиян, значит, что мы россиян, это вроде мы россиян, это нагнетали. Ничего, это же верхня, это выдумки. И там послали одну женщину, она за Россию, начала агитировать прямо на этих, нас эти давят, нас это.
И сюда, значит, Россия и войска сразу, раз, ага. Значит, миротворцы считают. Вот они забрали нас в Донбасс. Головною причиною ситуації, яка склалась навколо цього питання сьогодні, мабуть, є відчутний дисбаланс у сучасному сприйнятті злочинів нацизму та комунізму. Ніхто із відповідальних і впливових інтелектуалів чи політиків не сумнівається сьогодні в тому, що Третій Райх був державою, яка поєднувала злочинну ідеологію та не менш злочинну практику. Натомість Радянський Союз, а Росія є правонаступницею Радянського Союзу, багатьма сприймається сьогодні як держава, яка просто провадила масштабний соціальний експеримент. І якщо й спричинила якісь людські жертви, то зробила це ненавмисне. Завдяки тому, що комунізм на певному етапі свого розвитку протистояв нацизму та фашизму, деякі його сприймають досить лояльно ще й до сьогодні. Варто наголосити, що Україна є країною співзасновницею Організації Об'єднаних Націй. В 1954 році ратифікувала Конвенцію ООН про покарання за геноцид. На території України у 1932-1933 роках було вчинено злочин геноциду. Проте Росія активно веде роботу щодо невизнання Голодомору геноцидом в Україні. Зокрема, і серед бувших постсоціалістичних країн. На сьогодні 17 країн світу, в тому числі Канада і Австралія, які входять до британської співдружності, офіційно визнали Голодомор геноцидом української нації. Уряди 9 країн засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом. Проте, можливо, поки не відбудеться зміни влади в Росії, ця ситуація не зміниться щодо визнання Голодомору геноцидом Російською Федерацією. Обижаетесь? На кого? На кого-то. За то, что произошло с вашей семьей. Нет, не обижаюсь я. Мне уже пора все простить всем. Я болею, мне надо все простить. Всех любить. Всех и каждое мнение надо уважать. Что бы кто ни говорил, надо понять, почему так говорит человек. Я так считаю. Нет. А если человек не прав? Все равно его надо попробовать понять, почему он так говорит, почему он не прав. Он же по какой-то причине не прав, не просто так, вот неправда и все, вот идет наперекор. Вот пошел, взял пистолет, соседа застрелил. Почему? Да, он не прав, его надо судить. А почему он это сделал? Если мы не перестанем анализировать, почему так делают люди, мы ни к чему хорошему не придем. Это во всем мире так. Почему сколько войн сейчас?
Потому что мы не вникаем. А почему? Может, как-то можно обойти вот войну, как-то по другим путем решить вопросы, не воевать. Как ты думаешь? Почему ты думаешь, некоторые люди способны на такое зло? На такое зло? Ну, тщеславные люди такие. Это самолюбы. Вот. Жажда. И вышел подняться выше над всеми. Стремление такое. Вот такие люди есть. И они способны на все. Брехать, обманывать, дурить людей, чтобы только самому значит, вылезти. Ну вот это я рассказывал, что был я в этом. Ну, попал туда. Ну, в ад попал. Ад и рай – это рядом, только там через сетку такую это. И вот два котла. В одном котле, значит, в смоле и это, наказанные и украинцы, а в другом – евреи. И вот возле украинцев часового нету, а возле евреев часовой стоит. Никто. И вот, говорит, почему? Потому что евреи, если вылезет один, он всех вытянет. Говорит, евреи дружные. А украинцы, если сам вынес, всех это отобьет. Никто уже не вылезет. Там не надо и этого, и часового. Только я к цветку притронулся рукой, слышу сразу голос милый, дорогой. Ой, сирень, 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 не прячь ты, мило, в ясный день, не мешай мою любовь, любовь чтобы поцеловать, ты бы... любовь поцеловать. Что бы ты пожелал человечеству? Человечеству? Чтобы человечество приняло Бога по-настоящему в душу свою. Я бы хотел. А Бог всегда помогает, если обращается к Нему. Не нарушает Его законов и обращается к всему. Он всегда помогает. Я уверен в этом. Ты думаешь, мы способны на это? Да. Обязательно. Я чувствую это. Иногда даже. Что мне вот... То, что я просил, мне помог. И как ты думаешь, люди придут к Богу полностью душой? Воспринят ее? Ну, там пишется, значит, я считал, что... Иисус Христос хочет, чтобы весь мир знал о Нем. Просто смотри, у нас Библия, в другом там это, другая Библия своя, в третьем, в евреев своя Библия. Чтобы все узнали Библию, знали правду о Боге, и чтобы Его это, приняли. Тогда будет второе пришествие Бога. Ну, это так говорится. Но оно есть. Я чувствую, да. Ты хочешь еще что-то добавить? Ну, что добавить? Все то, что было, то
есть истина. Хочу за ним бежать и не могу, но все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали березы тополей, разъездов и мостов, столбов и проводов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь так лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угли и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу, но все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Трек фильма, ну реально. Это тоже, по-моему, с какого-то...